Как создать свой первый трек? Именно над этим вопросом работают участники фестиваля современного искусства «Арктическая волна» в школе Wild Wave. Как проходят занятия и какие перспективы ждут будущих музыкантов, расскажет Василий Хатанзейский. Глеб Маринчев с искусством связан почти с детства. Начинающего артиста всегда интересовала музыка и выступления. Когда появилась возможность поучаствовать в фестивале «Арктическая волна», Глеб сразу подал заявку на обучение. Ну, начнем с того, что вся моя жизнь – это музыка. Вся моя жизнь – это музыка. И я искал направление, которое будет ближе всего, в котором будет такая душевная, отдушина будет, где я смогу проявить себя. После окончания фестиваля, который прошел в ноябре прошлого года, его участники получили сертификаты на бесплатное обучение в школе современных искусств Wild Wave. Сейчас в рамках занятий ребята более детально изучают создание собственной композиции и все нюансы творческого процесса. Нам дают теоретический материал, и вот на основе теоретического материала мы пытаемся создать свое. То есть мы берем звуки, мы работаем с ними, выстраиваем композицию, обрабатываем ее, аранжируем. И конечный итог, то есть продукт наших курсов – это собственный трек, который мы написали. Ну, разумеется, под присмотром преподавателей. В роли преподавателя выступает Сергей Крысанов, идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Арктическая волна», фронтмен группы The Icons. За плечами артиста множество написанных треков, свой лейбл, творческое объединение и безграничный опыт, наработанный годами, который он готов передать подрастающему поколению. Да, по итогу курса у каждого будет базовые знания, навыки в работе в программе. Тут уже все зависит от того, что ребята сами хотят сделать, да, то есть они могут начать работать саунд-дизайном, к примеру, да, они могут начать работать с озвучкой, то есть эти базовые знания позволяют им писать не только музыку, но и создавать какие-то там сюжеты там свои, может быть, озвучивать игры, еще что-то, то есть кому для чего это понадобится, кто себя в чем найдет. Сейчас ребята, да, пишут каждую композицию, им хочется именно музыкой заниматься непосредственно, и в этом как раз-таки я им помогаю, то есть я им показываю на примере, на своем. То есть. Занятия сейчас проводят совершенно бесплатно. Для основателя это своего рода меценатство. Всего на курсе обучаются 9 резидентов «Арктической волны», выпускники фестиваля. Каждый из творческих ребят настроен на хороший результат. Желание развиваться в музыке, желание становиться лучше, учиться новому, знать, как я могу изменить свои какие-то треки, как я могу научиться их писать. По итогам курсов по написанию музыки будут выявлены лучшие, которые продолжат свое развитие в творческой сфере уже на лейбле партнеров школы «Аврора Рекорд Лейбл». Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».